предпраздничные новогодние гуляния развернулись на станции Голицына. Буги-буги, окей! Буги-буги, окей! Серию праздничных вечеров подарил городу Комитет культуры Одинцовского округа. В преддверии Нового года поднять настроение и окунуться в сказочную атмосферу можно практически повсеместно. Конечно же, мы дарим настроение, как люди искусства. А что мы можем еще подарить? Хорошее настроение, улыбки, смех. Красивые песни. Несмотря на мороз, желающих повеселиться в этот вечер оказалось немало. Дети с радостью водили хороводы и принимали участие в играх. Атмосфера праздника растопила сердца горожан. Жителям Одинцовского округа желаем в наступающем 2022 году, конечно же, здоровья, позитива, море улыбок, счастья, ну и, конечно же, побольше денег. Елена Краева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцово».